Всем приветики, наши дорогие подписчики. С вами канал Артмания. Да. У нас какой суп? Ну, у Димочки прям совсем чуточку здесь, да? Ну, подожди, дай покажу. Ну, ладно, давай здесь покажу. Тут мы уже его почти доели. Обалденно вкусный суп. Здесь у нас и лимончик. Я прям это добавила. Тут у меня, наверное, 4 кругленьких лимончика. Потом еще добавляла. Очень вкусно. Так, здесь у нас... звездочки, рис я добавила немного, горошек даже, там был суповой набор из светофора, вот я вам показывала, оливку мы добавили, лимон, картошку, соленый огурец, красная цена, покупали, и очень прям обалденно вкусно, у него бульончик еще, в бульон мы добавили еще от соленых огурцов рассол, немножко от оливок добавили. Прям бесподобный суп. Обалденный такой летний. Как рассольник или солянка, да. Только без мяса. Ну-ка. Вот, у Димы еще гамбургер какой. Вкусный. С бужениночкой. Такая у нас бужениночка. О, все, у тебя поотваливалось. Лучок положили наш с подоконника. Сыр сверху. Вкусно? Угу. Помидорки только не хватает. Ну, за место помидорки масло у нас, да? Mm. И себе мама такое же сделала. Еще буженинку себе. Да? Ням-ням? Ням-ням. Сиди спокойно, ровненько, Дим. Ням-ням. Ням-ням. Зачем тебе тапки? Вот и настал тот день, когда у нас... Дим, подожди. Почему? Дима. А то она будет уже... Когда у нас елочка вся опала. Настал этот день, у нас это уже начало февраля практически. Пришел папа в тапках. Не, ну ты завязал, давайте лучше это отрежем что-нибудь, это я замучу все. Так я думал, ты зубами там сейчас будешь. Давай ножницы, секатором давай, раз и все. Ну давай, у меня батарейка садится. Папа, я... Тогда около виска прям, раз. Давай. Ну ты его хоть открой сначала. Блин. Вот тут открывается что-то. Ой, пап. Папа. Логику включи. Подумай, логики. Побыстрее, у меня камера садится. Затем быстрее. Ой, папа. Разобрался же что-то. Ты вообще ни разу не пользовался секатором, что ли? Не получилось. Нажимай на него, наверное, просто. Или он не веревки. Зараза. Не сломай мне секатор. Залаза какая? Я вот держать елку стою. Дим, ну что, отойди. Такая елочка вся осыпалась, уже перестали убирать. Сейчас все. Будем все иголочки собирать, сделать папе подушечку. Да, папа будет сидеть на иголочках. Да, пап? Выбрасывать не будем. Да, пап? Не, и я тоже буду сидеть, а я тренироваться. На подушке. Вот тренироваться? Попу будешь тренировать? Иглоукалывание для попок? Да. Угу. Там как раз на всякие дубильные вещества содержатся. Ай-яй-яй. На, Дим, веревочку. Спасибо. Спасибо, главное. Она вылезла. Она не прилипла там. Идем сюда, Дима, идем. Аккуратно люстру уже. Потолок еще, кстати, да. Там же понесешься, елка. Как ты? Потолок. Как мы об нее уколемся. Ну. О, она еще не вылезет ведь сейчас, да? Сломай. Через это. А как же вы ее занесли, интересно? Не знаю, как... Она была. Она была связана, но аккуратно. Не отцарапается. Иголки, не ходи сюда. Не ходи, потрясется потолок. Цепанул. Да не лопнет. Слушай. Сколько офигеть. Потолок. Потолок тут. Да. Красиво. Что?
Затыкивает бабу красиво. Вот ват. Даже что труба свилит. Да, Дим, ну не надо ему. Не боишься, пап, что тебя там цапнут кто-нибудь? Нет. Ты не боишься, кто-нибудь цапнет? Не боюсь. Ты убьешь, что ли, отца? Все. А это, а то что у него торчит там? Где что торчит? Ну, первый торчит, а то не торчит. Оно все, или она дальше никак? Никак, я уже на битком. А, ну так, все, не трогай. Я не трогай там. Давай. Кран, смотрите, как подрос. Ну, какой большой стал. Здоровенный.